Assalamu alaikum everyone, Samir is the reaction back with other reaction within your reaction never be react. Smash a button subscribe to more reaction next, what you suggest next. That's what here you are doing. I don't know what I am saying here. I am sorry, I am so sorry, I am so mess, I swear. Coming with Anastasia Tyurina and Dalian Acrobatic Troupe. I hope it's like spelled right or wrong. I am bad about reading. So my name is Samir. I'm from Algeria, North Africa, between Morocco and Tunisia. Google it, you will know it. And my Twitter and Instagram it is there. And this is my first reaction about her. So I have no idea. You can smash a button. And next video reaction, you suggesting what to react. Yes, right. Let's start and let's check it together. 3, 2, 1. It is coming right now. Okay. Wow. Wow. Сиси, кажется, так по-китайски сказать спасибо. Это изумительно то, что вы сделали. Потрясающий номер. Настенька, тебе удалось немножко видеть, что вокруг тебя происходило?
очень-очень понравилось. Ты могла себе представить, что столько зонтиков можно ногами держать? Никогда в жизни не могла представить себе такого. А я думаю, что никто никогда в жизни не мог себе представить, что можно так здорово играть на балалайке, как ты. Это точно. Ты показала нам сегодня еще себя с другой стороны. Сегодня ты была настоящая принцесса, в прошлый раз ты была рокерша. Тебе какой образ самый ближе? Рок-музыкант или такая вот принцесса из сказки? Мне кажется, больше принцесса из сказки. Ну, девочка. Ты уже артистка сложившаяся, потому что ты играешь качественно, замечательно, ни в чем не подвоешь. Ну и, конечно, ваш номер – это фантастика. Я ничего подобного не видела нигде, ни в Японии, ни в Китае, нигде. Это вообще что такое восхитительное. Браво! Спасибо большое. Такой дождь талантов под этими зонтиками. Я не знаю, что сказать, потому что мы не ожидали такого финала. Каждый номер у нас сегодня, конечно, абсолютно шедевр. Спасибо тебе, Даша, за твою фантазию. У нас сегодня потрясающий абсолютно финал. Мне сегодня спросили, чем отличается нынешняя синяя птица от прошлогодних и других. Я сказал, ничем. Это самая лучшая похвала, потому что та планка, которая была воздвигнута в первом году, это абсолютно уникальное дело, которое ты придумал со своей командой. А мы с радостью получаем это и эстетическое, и просто человеческое удовольствие. Спасибо тебе большое за это. Девочки, вам большое спасибо. Денис, спасибо тебе за эти слова. И ты был еще в самом первом сезоне «Синей птицы» на этой сцене. Я помню, в финале мы с тобой вместе вели его. Я очень благодарна нашему жюри, и я очень благодарна артистам, которые поддерживают «Синюю птицу». Я хочу еще раз в нашем зале поприветствовать всех участников, всех 5 сезонов «Синей птицы». И знаете, что бы ни происходило в вашей жизни, «Синяя птица» всегда будет с вами. А ты, моя дорогая, по-моему, огромное открытие этого года. Я очень рада, что в «Синей птице» зажглась вот еще одна такая ярчайшая звезда, как ты. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Wow. I am surprising it. How she doing with her this thing with her feet? How she doing this? Oh my god, I can't do this. Oh my god, just one. If you give me one, I can't do it. If you just give me just one, I can't do it. Oh my god. If you love my face, my reactions, smash the button, subscribe, comment, like, suggesting what react next. And thank you for watching. Peace, love, and see you in next video, inshallah.